Вітаємо глядачів каналу АТВ. Тих, хто готовий слухати і чути. Довіряти чи розрізняти. Констатувати чи аналізувати. Сьогодні ми спробуємо дізнатися правду про депутата Сумської міської ради. А ви зважите всі за і проти. Герой проекту «Чорне та біле» Вадим Лисий. Вадим Вікторович Лисий народився 22 серпня 1983 року в місті Суми. У 2003 році закінчив СНАУ та отримав кваліфікацію юриста. У 2005-му там же отримав спеціальність економіста-організатора. В тому ж році створив та очолив Федерацію автоспорту Сумщини. З 2008 по 2011 – директор Центру матері та дитини «Тонус». З 2010 року – депутат Сумської міської ради. З 2011 по 2014 – директор КП «Сумикомунінвест». У 2011 році створив та очолив місцевий осередок Автомобільної федерації України в Сумській області. З листопада 2013-го – обраний головою Всеукраїнського комітету з гонок на прискорення Автомобільної федерації України. У 2012 році створив в місті Суми школу водійської майстерності «Віртуоз». Голова партії «Рідне місто». Одружений. Має двох доньок. Ну що ж, на початку нашої програми ми завжди пропонуємо невеличкі бліц-опитування, на питання якого ви маєте давати коротку відповідь «так» або «ні». Ви готові? Да. Починаємо. Швидкість – це наркотик? Да. Гроші дають людині свободу? Ні. Політика – це поштовх для кар'єрного зросту? Да. Ви професіонал в своїй справі? Да. Друзі, це друга родина? Да. Вадим Лисий, наймолодший депутат Сумської міської ради, і в усьому хоче бути першим? Підкоректирую, не наймолодший, але один із наймолодших. Я четвертий, по-моєму, п'ятий з кінця по возрасту. Мені на зараз 32 роки. Я вважаю, це той возраст для будь-якого чоловіка, для будь-якого гражданина, который нужно, скажем, использовать свой потенциал, свои умения и свой, наверное, норов для воплощения тех идей и задач, которые тебе ставят люди перед тобой. Ну, в спорте главное не перемога, а участь, а у Вадима Лисого? Ну, наверное, это заложено в любом спортсмене, задача быть первым. И как во мне есть спортсмен, однозначно, я всегда стараюсь быть первым. Стараюсь, иду до этого. Политика – это то, что приносит кошти и позволяет вести бизнес для вас? Нет, однозначно нет. Что такое политика? Политика – это на сегодняшний день в нашем городе это то, что мешает вести бизнес, наверное, тем людям, которые связаны с политикой. И вам особисто заважает? И мне однозначно. И однократно была ссоры в семье и на тот почву, что зачем эта политика нужна. Ну, поверьте, у меня есть достаточно большой семейный бизнес, который продолжаю я. И как в любой семье, это управляет семья, скажем так. И мы неоднократно поднимали вопрос о том, чтобы уйти из политики. Для меня политика – это обязанность и возможность реализовать те мои задачи и те умения, которые я вижу. Потому как, ну, знаете, как бизнес-политика, у нас говорят, они несовместимы. Они однозначно сейчас слились в нашей стране настолько, что разъединить их нельзя. Но нужно четко понимать. То политика вымогает кошти. Ну, это нормальный процесс, вы же понимаете, что такое политика, что такое сейчас реклама, там, бигборд и тому подобное, которые люди проходят. Это в любом случае финансы. И, наверное, очень неприятно слышать от тех людей, в которых декларация написана ноль, и они выходят, ставят бигборды, которые там стоят по 5000 гривен один бигборд, или выходят с ним на передачи, которые в том числе платные, и рассказывают, какие они там правильные и тому подобное. Я еще раз повторяю, я сторонник того, что если мы хотим двигаться в европейском направлении, и говорим о европейских ценностях. Наверное, нужно ориентироваться на тех людей, которые профессионалы в своем направлении. И прежде всего, это те люди, которые создают рабочие места. Но если человек в своей жизни создал рабочие места, то он есть что интерпретировать на уже политическое русло и на уровень управления городом, областью и тому подобное. То есть балл и бонус на рахунок политики в ущерб, как говорится, бизнесу. 100%. Слушайте, выходит, политика вымогает вливань финансовых, але заважает бизнесу. В городе Сумы, да. А навіщо тобі це все? Повторюсь еще раз, наверное, это для того, чтобы реализовать, если мы хотим, вот я гражданин Сум, вот просто, знаете, как случай из жизни. Наверное, этот случай возникает в каждой семье, и человек, который самодостаточный, профессионал, он всегда с этим сталкивается перед выбором. Перед выбором, зачем ему это нужно. Так. Вот я для себя четко поставил планку, зачем нужно изменение в городе, зачем нужно изменение навещо? В области, в стране. Знаете как, кто как не мы. Вот у меня есть опыт. У меня есть понимание того, но вот я 2 недели назад вернулся в Соединенных Штатов Америки, где был как член Международного комитета, представлял Украину. И знаете, как шутка такая, мне звонит товарищ, говорит, а ты возвращаешься в Украину? Я говорю, это даже не обсуждается. Это было в шутку, понятно, сказано. Но для меня, вот понимание, то же самое преобразование в области, преобразование в городе и в нашей стране.
Ведь те люди, которые инициативные, сейчас поднимаются, и благодаря тем событиям, которые случились у нас 2 года назад в стране, мы идем год за 10. Вот это проходила Америка там 70 лет назад, Европа проходила это там 50 лет назад, 30 лет назад. Мы сейчас это проходим. У нас есть возможность сейчас построить гражданское общество. Вот понимаете, что такое гражданское общество? Это общество активное, которое влияет на политиков, требует с них, влияет на все процессы, следит за этими процессами. А у нас пока это, знаете, как вот болото, которое мы пытаемся сформировать и выставить гражданское общество. Тобто ви хочете створити суспільство, яке буде за вами слідкувати? За мною, як за депутата? Конечно, однозначно. Сказали, що були в Америці від комітету, я так розумію, від комітету Федерації автоспорту України? Смотрите, я представляю Україну в комітеті ФІА, це Міжнародна автомобільна федерація, в якій 15 стран представлена, Украина в том числе. И мне очень приятно, поверьте мне, гордо поднимать наш флаг, когда в этом комитете нет ни россиян, ни белорусов, и... никого с СНГ. Ну, тем больше вас и тут знают, больше, как представника самое гонщик. Наверное, автомобильная федерация международная, это не только автоспорт, это, естественно, объединение всех автомобилистов, в том числе и вот хорошие сейчас проекты при поддержке ООН, это безопасное движение, это то, что пропагандируется по поводу обучения в детских школах, в садиках. Ведь я помню свое детство, когда в наш садик приходили работники ГАИ с какими-то общественными активистами и обучали детей правилам дорожного движения. Просто это элементарные вещи, которые должны быть, на которые не надо ни денег. А как вы потрапили в такую серьезную организацию? Это долгая история. Наверное, я, если вы знаете, возглавляю Федерацию автоспорта Сумской области, 10 уже лет, и однозначно те результаты, которые Украина показывала, у нас появилась возможность делегировать в этот комитет представителя Украины. Благодаря достижениям нашего. В 2013 году Украина поднялась на очень высокую ступеньку в автоспорте. Она стала чемпионом Европы в Ferrari Team, украинская команда. Вот пилот, молодой парень, он с интерната, киевлянин, он, ну, поверьте, заслужил это свое место чемпиона Европы. Я был на финале тогда в Италии. И, поверьте, была гордость, когда 100 тысяч на трибуны, и украинские флаги развивались, и чемпионы Европы. Вот это гордость за Украину, это пропаганда Украину. Естественно, и это справа вашего життя, чи це захоплення? Нет, на сегодняшний день, и для меня всегда было, естественно, это... Ну, справа життя однозначно. Однозначно я понимаю, зачем я это делаю. Это не хобби, это возможность. Что такое профессиональный спорт? Это всегда возможность привлечь что как можно больше детей, привлечь как можно больше, скажем, талантливой молодежи, юношей, которые могут себя реализовать. Вот я всегда говорил, у нас очень много видов спорта в стране, и у нас очень хорошие результаты на всемирной, на европейской арене. Это еще один ваш обов'язок. Это, конечно, обов'язок. Ну, скажем так, автоспорт – задоволення не з дешевих. Завжди, звичайно, молодих хлопців приваблюють красиві дорогі автівки. Ваші автівки не сплутаєш з жодними іншими в нашому місті. До речі, скільки їх? Сапожник без сапог не може бути. І у мене 3 спортивних автомобіля для спорту. Це ралійна машина, це машина для драгрейсингу, для гонок ускорення і спортивний автомобіль. Яка найдорожча? И какая загальная вартість вашего скарба? Про сумму не скажу. Наверное, знаете, что такое спортивный автомобиль, вот если взять раллины? Это постоянное усовершенствование. Допустим, ходовую часть это делают там, в Великобритании, мы заказываем, ждем там этот месяц, где-то ищем там запчасти нашего украинского... Ну, была же такая початковая цена у этого автомобиля. Ну, наверное, машина для драгрейсинга – это обычная ВАЗ-8, которая там куплена на рынке. А жовта красуня? Жовта красуня – это Porsche 911, это легендарная машина, которая... к сожалению, не новая, это 2007 года машина, но мне, скажем так, как спортсмену однозначно по душе. Ну и вартість на сегодняшний секрет? Нет, это же вторило. Я думаю, что ее стоимость сегодня около 40 тысяч долларов. Свого часу у Федерації автоспорту... Это можно как рекламу, я готов продать за 42, я готов продать телефон такой-то, звоните. Ну, да, до речі, свого часу Федерація автоспорту дуже активно підтримував губернатор Юрій Чмирь. Це через ставлення особисто до вас, чи ваше ставлення до нього? Наверное, я бы отметил, знаете как, я вспоминаю слова, когда я пришел в кабинет губернатора Владимира Шульги и принес письмо на проведение, на возможность проведения чемпионата Украины в Сумской области. Будучи комитетом при Министерстве молодежи и спорта, комитетом автомобиля, мы имеем возможность, ну скажем так, рекомендовать на проведение в той или иной области чемпионата Украины. Что такое чемпионат Украины? Это туристы, это те люди, которые приезжают, останавливаются в гостиницах, здесь это кушают. Очень. Это вливание в область, вливание в город, где должны проводить. Это нормальный процесс туристический, плюс имидж города. Вот это всегда проходило в городе Конотопе, потому как это единственная трасса, где можно это провести. Однозначно, когда я пришел до нового губернатора Шульги, я сказал, вот принес письмо, мне что-то там начали рассказывать. Слушайте, вот ты у меня 5-й губернатор, вот, с которым мы обменимся этими документальными, потому что
10 лет большой срок уже жизни Федерации, и те соревнования, которые мы проводили, мы всегда проводили на высоком уровне. И, наверное, поддержка на то время Чмыря, скажем, как губернатора была заинтересована, потому что это массовость, это профессиональный подход с точки зрения Федерации к организации мероприятия, это высокий уровень безопасности. Это три главные составляющие, которые мы предъявляем к проведению тех или иных организационных заходов, которые мы предлагаем в качестве Федерации. Чим ще, окрім транспорту, володіє родина Вадима Лисого? А вы же, наверное, декларация есть. Знаете как, это же не секрет. Мне многие шутят сейчас, говорят, вы один из самых богатых депутатов городского совета. Я говорю, я, наверное, один из самых честных. Это самое главное. Потому что что такое декларация доходов? Повторюсь еще раз. Если мы хотим строить европейское общество, вот давайте начинать потихоньку. Вот с себя начните. Хотите Европу, начните с себя. Но можно вообще записано еще и на дружину? А в декларации указывается дружина. А где ваша декларация? В вольном доступе в горсовете сдана. Ну, тобто на сайті, на сайті її немає. Обласне телевидение опубликовало, Відікон опубликовало, газети ж опубликовали. Ні, якщо подати запит, то, звичайно, вообще, її отримаєш. Звісно, любой гражданин, согласно закону доступу до публічної інформації, має право, і я рекомендую кожному активному гражданину, який хоче узнати о тому или ином чиновнике, о тому или ином депутаті, обратиться згідно закону про публічну інформацію до горсовета і востребувати любой документ. І повірте, якщо їм откажуть, це такий буде нонсенс і резонанс. Тому повторюсь ще раз два слова. Повторюсь, если мы хотим начать Европу, начните с себя. Декларация – это первый шаг к публичному моменту определения своих доходов. Если человек, если какой-то чиновник ездит там на дорогой машине, имеет дом, владение, а у него зарплата там 5000 гривен, то ему, наверное, работать с времен Петра Первого надо было или как? Пан Вадим, ну, в принципе, вот зараз у меня возникает там по ходу питання. Вы сказали, что, скажем, политика заважает бизнесу. На сьогоднішній день що дозволяє тоді вам отримувати такі прибутки, якщо ви ставите в пріоритет політику, а бізнес на другому? Знаєте, як бізнесом я займався, я в 16 років, благодаря сімейному бізнесу, благодаря той школі, яку я пройшов в бізнесі, я в 16 років умів считати бухгалтерію предприятия в 200 чоловік і вів, скажімо, не главним бухгалтером, тому що мені 16 років було, але я був чоловіком, який все це перевіряв і контролював, і знав бухгалтерію. В 17 років я руководив колективом неформально, скажем так, но магазином, где было 22 работника. И поверьте, этот опыт огромный, который прошел. Я, когда поступил в университет, для меня был всегда выбор между работой, на тот момент там 19 лет, и между обучением в университете. И выбирал. Я, как любой человек, проходил путь, знаете как, и на рынке СКД торговал, и в Москву ездил за вещами, знаете как, это нормальный путь, который проходили все там. А какой сегодня стране. Бизнес маете? Сегодня это недвижимость, это реализация, у нас семейный бизнес, это торговые центры, магазины, которые есть там, детских товаров и тому подобное. Поэтому... Ну, а деякі депутаты вважают, что ваши доходы связаны с тем, что вы, как член депутатской комиссии с приватизацией, вміло користуєтеся своїми можливостями. Я би хотів вам сказати, що, к сожалению, у депутатів таких можливостей нету. Тому що помимо мене там в цій комісії стоять 12 чоловік. Помимо мене, у кожного депутата горсовета є рівні можливості на доступ до тої чи іної інформації. Повторюсь ще раз, зараз є управління земельних ресурсів, управління комунального майна, управління – це ті люди, які працюють з цими документами. Депутатська комісія на сьогоднішній день, і завжди так було, це рекомендований характер. От повірте, будь-який депутат, який зараз захоче якесь рішення прийняти. Вот я столкнулся с этой ситуацией по ремонту дорог на улице Нахимова, по установке остановок, по Косовщинскому озеру. Когда я прихожу и как депутат требую, говорю, смотрите, вот люди собрали подписи, вот люди обращаются, там дорогу не делали 30 лет, там Косовщинское водохранилище, речка Сумка, то начинается, там не чистили, ну лет, наверное, 50. Вот дайте мне, пожалуйста, грейдер, дайте то, почистите. И мне просто как депутата футболят. Я депутатские запыты пишу, уже там прокуратура обращаюсь, прессу приглашаю туда, с людьми выходим, подпись собираем. Но эффекта нет, потому что депутат – это лишь, вы знаете, как говорящая голова людей на округе. И вот люди, когда научатся этой говорящей головой правильно говорить и активно, вот тогда будет результат, тогда будет гражданское общество, тогда будет результат. Почему же тогда такие змагания за земельную комиссию, например? Ну, я никогда не был членом земельной комиссии, но еще раз повторюсь, это, наверное, больше иллюзия тех или иных людей, которые попадают в депутатство. Вот еще раз говорю, я бы хотел, чтобы люди, неважно, вот самоцель не депутатство, и должны все это понимать. И у меня нет такой самоцели депутатом. И моя позиция не поменяется никаким образом. Буду я депутатом, не буду депутатом, буду мэром, не буду, потому что начинаются вот эти какие-то политические игры. Ты идешь в мэры, ты не идешь в мэры, ты идешь там в депутаты, не идешь. Повторюсь еще раз. Вот это все надо сбросить на второй план. Надо понимать, зачем это. Вот просто пойти сесть в кресло мэра. Мне всегда хотелось спросить человека, который идет на мэрские выборы. Неважно от фамилии, просто неважно от политических сил. Вот ты идешь в мэры, зачем ты это делаешь? Ты идешь в депутаты, зачем ты это делаешь? Что ты можешь предложить?
Скажи, пожалуйста, ты профессионал в чем-то? Вот такому вот таком. Ты можешь предложить. Ты создал какие-то рабочие места, ты предложил какое-то условие работы. Вы сказали, людей. Що депутат – це розмовляюча голова, якою треба вміло користуватися. Ваші виборці вміло вами користуються? Есть результат, чем похвастаться. И знаете, как мне очень приятно, что, знаете, вот я год назад переехал на другой район, на переулок Баумана там, и есть что показать людям. И я всегда говорю, вот пускай говорят многие, вот по человеку должны судить по его результатам. Вот результат, вот, пожалуйста, судите. Говорить можно, обещать много. Я никогда не прихожу, не обещаю ничего вообще. Потому что приходить пообещать, ну, знаете, наверное, будет дороже для себя, потому что ты не сдержишь свое слово. Чему вы на самом деле пошли из Батьковщины? Неужели так образила заява Кравченко? Нет, однозначно нет. Смотрите, я не знаю, кто следит за политикой, кто не следит за политикой. Я с 2006 года по 2012 год был в партии Батьковщина. Я не член партии Батьковщина с 2012 года. Я 3 года руководил в Сумах партийной организацией Батьковщина. И могу вам сказать следующее. Когда я в 2012 году вышел из Батьковщины, из партии, я встречался с руководством, и я сказал, смотрите, меня избрали как по спискам Батьковщины. Но будет несправедливость, я буду бегать в фракцию, в партию, в другую и тому подобное. Я, как фракция Батьковщина, однозначно обязан исполнять те требования избирателей, которые к нам предъявляют до конца каденции. И я все 5 лет пробыл, я думаю, что как депутат однозначно я чист перед избирателями, я выполнил то, что на меня возлагали обязанности избирателей, и выполнил все. За месяц до конца каденции, который сейчас остался, начались политические интерпретации по поводу мэрских выборов, по поводу депутатских. Вот я с чистой совестью пришел, сказал, что я никогда не прыгал с партии в партии, я никогда не прыгал, я вот отбыл свои, скажем так, обязанности как депутат. Потому что депутат – это обязанность, это вот работа. Ты пришел на работу, ты должен отработать. Вот я отработал справедливо, чтобы не было инсинуаций. Я, скажем, чист перед избирателями, вышел с Батьковщины, с чистой совести и никогда не скажу. Потому что, ну... А, можливо, справа в том, что вы на выборы планировали балотуватися від іншої політичної сили, своей партии, рідне місто? Это не секрет. Я возглавляю всеукраинскую политическую партию с 2013 года. С 2013. Эта информация есть в реестре, эта информация была в СМИ. Это же не секретная информация. И она ни для кого не стала секрет. И 2013 год, и 2015, ну, поверьте, 2 года срока уже могли бы каким-то моментом здесь интерпретировать. Однозначно, свое политическое будущее я вижу с новой политической силой и объясню свой выход. Когда я в 2012 году выходил с Батьковщины, я откровенно уперся, скажем так, знаете как, вот невозможность самореализации. Потому что такое политика? Вот политика – это возможность и представлять интересы граждан в городском совете, в областном, там, либо в других фундаментальных институциях нашего общества. Я могу сказать следующее. Вот филиалы партии, которые на сегодняшний день существуют больших, без эмблем. Вот просто не хочу сейчас никому говорить, чтобы никто меня не обвинял в какой-то политической симпатии или антипатии. Филиалы больших партий и тот закон, который приняли сейчас о выборах, это закон на одни выборы. Это просто обкатка закона перед Верховной Радой. Потому что я выступал и всегда говорил, подождите, почему убрали самовыдвижение среди депутатов? Почему убрали выдвижение громадских организаций? Почему? То есть не было возможности самореализовываться, расти политически, правильно я понимаю? Да, просто быть в филиале. А тут перспектива, тут своя. Это вот децентрализация, многие понимают, децентрализация – это какие-то там повиты, то, что сбрасывают с Киева. Децентрализация – это возможность постройки, скажем, политической элиты и общества гражданского снизу. И вот закон, который приняли, он недолгий. Вот поверьте, он еще, знаете, как у Набката, его поменяют буквально после выборов сразу перед Верховной Радой. И закон, который приняли, дает возможность сейчас людям проголосовать на своих округах за человека без бренда, без эмблемы. Понимаете? Тому, що якщо бренд емблема не пройде, ця людина теж залишиться поза бортом. А з якою командою ви підете на вибори і чому рідне місто покинув Геннадій Дорошенко? Ну, наверное, избирательная кампания начнется с 5 сентября, и озвучивать фамилии команду, вот знаете, как если мы... Не открыли еще списки, какие еще политические силы. Совершенно верно. То есть, если мы идем в процесс избирательный, мы должны говорить с 5 сентября о выборочном процессе. И приходить и по тем правилам. Добре, команду не очень, питаю, очень... але Дорошенко ж там вже нема. Ну, он, скажем... Якийсь конфликт с вами? Нет, однозначно нет. Это его выбор как человека, ніякого конфликта немає. Це його особиста позиція, він залишається осторонь якийсь політичного процесу. Тому що, ще раз кажу, що на сьогодні політика – це мішає бізнесу. Угу. І це його вибір. Пане Вадиме, а чи допомагає вашій кар'єрі Ігор Молоток, якого називають власником партії «Рідне місто»? Я би які хотів... у вас стосунки з нардепом? І ще раз кажу, Ігоря Молотка я знаю особисто, ми дуже багато років товаришуємо, товаришуємо сім'ї. Я поважаю цю людину і буду поважати за його вчинки, за ті діла, які він робить на своєму округі. Ну, півроку тому люди, мабуть, проголосувавши за нього такої великої кількості, підтримали цю позицію, цю його справу.
кажу, я поважаю таких людей, як Ігор, і буду поважати. Тому що їх багато в Україні, які щось хочуть тобто змінити. Тобто він не власник партії рідної? Я хочу стати власником партії «Батьківщина» чи партії там «Солідарність». Як стати власником партії? Скажіть, будь ласка. Ну ви читали статути любої партії? Это конференция всеукраинская. На сегодняшний день 15 областей работает в рідному місті і выдвигает своих кандидатів. Дайте, станьте власником, добре, будь ласка. Добре, він фінансує роботу партії, партійців? Ні. 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 Взагалі, який стосунок до рідного міста він має? Юридично ніякого не має. Ну, якщо він знає голову, фактично це мій знайомий, це мій товариш, яким я товаришую багато років, і я буду спілкуватися з ним і з тими людьми, які хочуть в своїх округах щось змінити. Ви можете назвати його своїм другом? Так, да, звичайно. А хто ще ваші друзі? У мене багато друзів. І насамперед це ті люди, які дійсно професіонали в яких своїх напрямках. Це не тільки політики. Це ті люди, які і підприємці, і бізнесмени, і якісь люди, якісь доктора. У мене от особисто мій кум доктор і тому подобається. Тобто це різний спектр людей. І в політиці друзі теж є. Звичайно. Я гадаю, що без друзей, ну, наверное, нет понимания строительства того или иного общества. А друзі допомагали вам, коли ви отримували посаду директора фактично парку «Казка»? Хтось з Умінаєва просив за вас? Слово за мову. Наверное, це потрібно спросити у Умінаєва. Це було правильно з точки зрення справедливості. Це рішення мера міста назначити того или иного чоловіка. Однозначно, мое желание и мой опыт в детском бизнесе, мой опыт в общении с детьми послужил тому, скажем так, к тому назначению. Это была инициатива мэра? Это была инициатива прежде всего моя. Ага. Скажем так, я выставил программу действий свою, предложил Минаеву, как я вижу развитие детского парка, как я могу поделиться своим опытом в развитии детского парка и что я планирую сделать как руководитель этого предприятия в ближайшие 5 лет. Вот я пришел с этой программой тогда до мэра города и сказал, я предлагаю вот то-то, то-то, то-то. Он посмотрел, говорит, ты готов за это браться? Ты понимаешь, насколько сложно, потому что в отсутствии бюджета, в отсутствии те разрушения, с которыми я столкнулся в 2011 году, когда стал директором Коммунвеста, столкнулся с теми проблемами, которые были в детском парке. Это и разваленные замки, и спаленный тот корабль, и не было вообще полностью скульптуры развалин, ни новых аттракционов. Вот действительно, он говорит, ты готов этот багаж на себя погрузить? Я говорю, я готов. Я считаю, что за 3 года, которые я пробыл директором Коммунвеста, в том числе, который на балансе находится детский парк «Сказка», я горд за ту работу, которую сделал. К сожалению, не смог, и никто не сможет в нашем обществе сейчас, в ближайшее время, сделать Диснейленд в городе Сумы. Вот не сможет. Я побывал на многих конференциях по детскому парку, встречался с многими инвесторами для того, чтобы построить и аквапарк на территории детского парка на разрушенной летней эстраде, и построить современные аттракционы, современные все. Знаете, как вот всегда привожу один хороший пример. Мне сказали на конференции в Киеве парковых хозяйств, где собрались строители, самая большая корпорация по строительству аквапарков. Они говорят, Вадим, вот стоимость метра квадратного постройки аквапарка стоит 4000 евро по кругу. Вот с оборудованием, со всеми насосами, со всеми фильтрами вот стоит аквапарк 4000 евро. Они говорят, скажи, пожалуйста, это стоимость что в Сумах, что в Харькове одна и та же. Стоимость оборудования, стоимость кирпича. Тобто немає інвестора, немає бажаючих вкладати такі кошти. Понимаете, мы не дошли до этого уровня. У нас областной центр 300-тысячник, а там миллионники. Естественно, и финансовая возможность людей больше. Поэтому сейчас аквапарки будут строить в миллионниках, потом будут переходить на областя там, Полтавы, которая немножко выше экономической структуры, и потом уже обратят внимание на город Сумы. Найвагоміше, що встигли зробити за каденцію депутата за 5 років? Наверное, вот я бы не распределял найвагоміше. Это вот тот ежедневный труд, который позволяет делать изменения. Вы сказали, я конкретно, ось зробив. Это большой список, я все не перечислил. Найголовніше три. Ну, наверное, это вот действительно программа розвитку та реконструкции дитячого парку «Казка» на 2012-2015 роки. Это та программа, с которой, ну, поверьте, был сделан колоссальный труд специалистов в сфере... Подождите, ну вы же не даете возможность мне рассказать. Это тот документ, по которому должен быть, развиваться детский парк, и как правильно была бы возможность. К сожалению, события, которые в нашей стране произошли, они не позволили этому решению Минской Рады, этому документу, который вот действительно профессионалы составляли. Со стороны управления нашего бюджетного, скажем так, экономического отдела. Другой пункт, я так разумею, это спорт. Нет, ну спорт, знаете, как он, наверное, как глава федерации, как человек, залишать спорт осторонь нельзя. Однозначно выступал инициатором многих проведений соревнований, однозначно поддерживал. Поддерживал в качестве депутата пильги тем или иным спортшколам, потому что, наверное, это самое главное, которое должно быть. Если приходит спортивная школа, если ее предприятие, вот там есть предприятие, там Сумбуд финансирует спортшколу и другие, если они держат за свой счет тренеров и воспитывают там детей по 200 человек, ну, наверное, этим предприятиям надо как-то городу помогать. Не просто набрасывать...
петлю на шию і піднімати там орендну плату, а наоборот, нужно пойти на уступки. Дитячий майданчик, хоч один є від Вадима Лисого, або ще щось таке. Дивіться, дитячий майданчик, який я, скажем так, сприяв, и по поводу установки однозначно не есть. Но это не дитячий майданчик от Вадима Лысова. Угу. Повторюсь еще раз, ко всем обращусь людям и ко всем нашим, скажем так, жителям СУМ. Но вот эти детские майданчики, это не личностные, а депутатские. Это те майданчики, которые вы устанавливаете за счет налогов своих. Это налоги наших сумчан. Вот все должны понимать. Однозначно я на своем округе установил детский майданчик. Но это не мой майданчик. Это было депутатские кошки. Конечно, это депутатские. Это налоги были наших сумчан. И они установили на этой территории. Я всегда выступал за прозрачность этих отношений. Потому что мы берем вот практику. Еще раз, у нас детские площадки устанавливаются хаотично. Вот честно, кто ближе к делу, кто ближе к делу, тот установил. Есть дворы, есть это, где уже по две площадки, есть районы и дворы, где вообще не установили. Треба разработать программу. Конечно, я всегда выступал, говорю, смотрите, вот пожалуйста, я обращался неоднократно к комиссии, я говорю, смотрите, разработайте план. Вот мы в год ставим 25 площадок, плюс-минус, в зависимости от выполнения бюджета. Есть перевыполнение бюджета, готовы ставить больше. Есть недовыполнение, скажем так, можно урезать, но вот средняя статистическая, 25 площадок, распределили адреса. Людям дайте возможность понимать. И, допустим, мы понимаем, концентрация площадок больше там, в 9-м микроне, в Курской, где массовость жилмассивы. Но есть же другие районы. Но и люди должны понимать, что через 3 года у них установят детскую площадку. Вот документ, вот программа. Это что збираєтеся зробити. Это, это повинні були зробити ще давно. И я, як недоработку, свою в том числе, как одного из депутатов 76, я считаю это своей недоработкой. Однозначно понимаю, что это вот правильная прозрачность. Люди хотят видеть прозрачных правил игры во всех направлениях своей быта. Вот многие приходят и говорят, что такое депутат городского совета? Вот там говорят про войну, про то, про великие цари. Я согласен. Но депутат городского совета – это фактически завхоз. Это завхоз, это и полномочия депутата, это крыша, лифты, там то подобное. Ну какие мы можем влиять на геополитику и на внешнеполитические моменты? Никаких. Как гражданин я могу выражать свою точку зрения. Ну как депутат я должен работать в своем округе. И тот закон, который сейчас приняли, и который закон о выборах идет, очень будет тяжело людям. Но они будут голосовать за человека, вот своего соседа, за человека авторитета в своем округе, который что-то им сделает, вот и будет показывать 5 лет, смотреть им в глаза. Потому что у нас же многие, знаете, как голосовали, за список проголосовали. Пане Вадиме, ну життя на швидкості, а в разі чого встигнете на гальма натиснути? Знаете, как тормоза придумали трусы, есть такая шутка в автоспортсмена, да? Вопрос риторический. Конечно, политика, если это перевести, интерпретировать в сторону политики, в сторону общества, то это нахождение компромиссов. А в бік життя? Конечно. Это еще раз. Жизнь. Вот я всегда приходил, вот у меня есть одна моя истина жизненная. Я всегда говорил, моя свобода как человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Это есть основа принципа демократии. Вот это самое главное нужно понимать. Ваша родина звикла до такого ритму життя? Нет. Еще, окрім швидкості, вам дає відчуття щастя? Наверное, это будет вот на камеру голословно сказано. Я, честно, не хочу даже этого говорить, но это возможность доставлять те эмоции людям, благодаря которым ты можешь реализоваться. Даже элементарно те вещи, как вы задали, детская площадка там, или там, дорога, или что-то, это вот возможность. Ну, повністю щаслива людина. Нет, зараз. Конечно. Чого не вистачає до повного щастя? Наверное, как солнце всех не обогреешь, но хочется сделать как можно больше добрых дел. И мне всегда, всегда доставляло очень большое удовольствие вот те эмоции, которые ты можешь принести. Вот у нас очень много лет проводится акция «Автомобилисты детям». У нас очень много лет мы стараемся работать с интернатами, с теми детьми, которые действительно в чем-то ущемлены в жизни. И вот когда ты видишь их эмоции, когда ты можешь им достать хоть какую-то малейшую радость, вот это, наверное, истинное счастье любого человека. И мое в том числе. А когда вас называют «золотым хлопчиком», вы ображаетесь? По цвету волос нет. Меня так в садике еще называли «золотой мальчик», да, то есть по цвету волос. Нет, конечно, не обижаюсь. И, наверное, гордо быть блондином, ну шутка, конечно, но нет. Ну що ж, ми вам дякуємо за таке жваве інтерв'ю на швидкості. А далі слово незалежному експерту, саме він дасть оцінку, наскільки ви були відвертими. Гаразд. Дякую. Дякую. Ну, это то, что он, амбиции есть. Ну, амбиции у каждого есть. Это прекрасно. Без амбиций жить невозможно. То, что он хочет сделать что-то для своего города, это тоже прекрасно. То, что он занимается спортом, очень серьезным видом спорта, автогонки, это говорит о мужской силе, верности. И это очень рисковый спорт. Тем более он добивается определенных результатов и управляет видом спорта на Украине. В личном общении он, я говорю, он общительный, такой интеллигентный молодой человек.
Я думаю, что если он пойдет в какую-то политику, чем депутатчик, куда он там собрался, его люди должны поддержать. Потому что, я опять говорю, он не гнилой, как многие. Он порядочный человек. Вот это, мне кажется, главная черта. И то, что он там говорил, он, в принципе, от души говорил. Он молниеносно говорил, отвечал. Это говорит о том, о живости ума. Потому что не каждый может ориентироваться на острые вопросы. Такою була думка експерта. Втім, що правда, що ні у відповідях нашого героя, де чорне, де біле, вирішувати вам, шановні глядачі. Зрештою, ідеальних людей не існує. Ви дивилися проект «Чорне та біле» на каналі АТВ. Будьте розбірливими.